پریخان شد. میتوانیم از گروه A آغاز بنماییم و اون چیزی که شما پیش از مسابقه پیش از آغاز حرف زدید همون چیز در گروه A هم شد. شما پیشگویی کرده بودید که از همین گروه منتخب تایلند و ویتنام از گروه میبرند. من تو روزی روزی هم نشدم گفتم میانمار میتواند اینجا براید، ولی میانمار چور خول گرفتند ولی اونها نبرمدند از این گروه، بر صورت تایلند و ویتنام برمدند. یعنی اون چیزی که پیشگویی کردید همون شد. Вьетнам просто опытная команда, Bale. Поэтому Мьянме чуть-чуть не хватило. Bale. Но я думаю, что команда показала отличный футзал, и я думаю, что Федерация футбола Мьянмы довольна результатами своей команды. Bale. Вохенам, ва, говорим, что барой Мьянма, хама шас пешас, та монтхави футзал Мьянма, достан ажман хотрасон меканам, ки дар Таджикистан, онго будан, ва бо монтхави футзали Таджикистан, дар мархиле интихоби, яке аз дастой буд, ки мо бо оно бузе кардем, дар як гуру, бо Мьянма, Фаластин, ва Индустан будем, дар нехаят ду گروه برام از گروه دو دسته برام آمدند، یکی تاجیکستان بود زینه اول و زینه دوم رو ما از میانمار گرفت و از این گروه برام آمد. خوب گروه B ازبکستان، عراق، عربستان سعودی و استرالیا چون این شد همین گروه، یعنی اون چیزی که شما پیشگویی کرده در اینجا هم 100% درست برام آمد. از منتخب عربستان سعودی فکر دارم بسیاری انتظار نداشتن که اونو چنین بازی نشون خواهند داد، اگرچه مغلوبم گردن، ولی یک بازی خیلی جالب بر مقابل استرالیا داشتن، غلبه خیلی مهم اونها بر مقابل ازبکستان. اونها پیش صف بودن و تنها در نیمه دوم بعدن فوتبالبازان ازبک توانستند گل خود را به ثمر برسانند. Да, сборная Саудовской Аравии показала очень хороший и качественный футзал, но также и как сборная Мьянмы не хватает опыта. Так как сборная Ирака, все равно опыта побольше, таких матчей и тренерский штаб, как мы должны не забывать, что у них один из лучших тренерских штабов во всем мире. А, их главный тренер завоевал два кубка Лиги чемпионов УЕФА во главе казахстанского Кайрата. Бале. Яне... از این گفته برمیاد که دعوت کردن متخصصان واقعا هم سطح بین المللی و خارجی با منتخبایی که میخوان روش کنند، سیقل یابند، ترقی کنند، این برمرودی کار میشود. میگذاریم به گروه ما، گروه سی. در این گروه این زمان تاجیکستان با دریافت 4 خل در زینه اول است. ما در زینه اول قرار داریم. قرغیزستان تنها از روی شماره گویم تناسب گل ها اونم 4 خل دارن در زینه خوب دوم قرار دارن. ژاپن سوم است و کره جنوبی شاید دسته ضعیف ترینی همین مسابقه در مجموع باشد که اونها عموما این زمان دیگر یگان امکانیت برآمدن از گروه هم ندارند. مهم نیست در بازی آخرین اونها چگونه بازی خوان کرد، ولی از یک طرف دیگر شما توجه کنید که اگر اونها یعنی به احساس فشار بازی میکنند و خیرزستان رو شکست بدهند، این با فایده ما خواهد بود. Конечно, я надеюсь на это, но надо смотреть с точки зрения игры. Сборная Кыргызстана на две головы сильнее, чем сборная Кореи. И я думаю, у них не составит труда сегодня одержать победу и возглавить турнирную таблицу, чтобы не выйти на лидера группы D, где там сборная Ирана их ждет. Из-за этого, я думаю, они не упустят своего шанса завоевать первое место в группе. Дар мавриди гуруи Ди, каме субат не укрем, ва бар ме гардем, ба гуруи худ, ба гуруи Си. Дар гуруи Ди, Ирон, Кувайт, Бахрейн, ва Афганистан астан, динжо дастава, лакай ду бузиои гуруи Ро пасисар кардан. Ирон, тавре интизор мераф, дар зине авал харор дорад, Кувайт зине дубум ро дорад, Бахрейн зине сеюм. Хуб, Афганистан ам имконе той худ ро албата пайдо кардан, ме таванат. Тавре шума гуфте, дагар имроз Афганистан таванат даст полу бигардар, имконе той дастай маскор албата пайдо хон шод. Бар ме гардем, ба гуруи Си, инжо Таджикистан, Кыргызстан, Жопон ва Корея جنوبی امروز دو بازی در همین در یک وقت و ساعت میگذارند. یعنی چی تاجیکستان بر مقابل ژاپن، چه قرغیزستان بر مقابل کره جنوبی راست و ساعت 4 بازی هاشون آغاز میشود. یعنی ما در برابر تماشا کردن بازی خود همچنین متوجه میگردیم با بازی قرغیزستان و کره جنوبی که اونجا چه حالت رفته ایستاده است. کدام وریانت ها هستن برای دسته ما جهت برآمدن از گروه و کدامشون از ما بهترین است؟ Сборная Таджикистана не должна сегодня оглядываться на матч, который будет проходить параллельно. Выходить против сборной Японии, действующего чемпиона Азии, выходить только с одной мыслью. Выйти и выиграть этот матч любой ценой. Потому что такого больше шанса не будет у этого поколения. Это наше золотое поколение, как мы все знаем. И у некоторых игроков просто
года идут. Я думаю, что сегодня это их самый такой матч важнейший. Поэтому надо выйти и выиграть матч. Бале. Барнагардем ба бузёй даври дуюм каме субат мекунем дар мавриди бузёй ки мо бар муқобили Қирғизистон доштем. Дар то гоем дахи охири рақобат дастаи мо тавонист ба задани ду гол шараф ёбӣ гардад ва чунон менамуд ки мо имконияти ғалаба кардан ба Қирғизистонро дорем, Қирғизистон ки тавонист Ҷопонро дар бузёи даври якум шикаст бидиҳад. Ду голро баъдан сар додем, дар мавриди ду гол сар дода сабабҳои он омилҳои асосии сар додани голҳо суҳбат хоҳем кард, вале айни замон дар мавриди ду голе ки мо задем. Задани ҳамин ду гол магар аз он далолат намедод ки ситуди мураббиёни мо ба ҳамин бузӣ омодагии ҷиддӣ дидан ва тактикаи хубро яъне аз аввал интихоб кардан бар муқобили Қирғизистон. Я по игре сказал бы так. Сборная Таджикистана хорошо начала. Бале. Уверенно. Наши игроки более опытные, чем сборная Кыргызстана. Но тренерский штаб по ходу матча начал игру полностью тактически грамотно выстраивать против сборной Таджикистана. Они пропустили два мяча, но по ходу матча они начали играть все лучше и лучше. Что в концовке это и дало свои плоды тренерского штаба. Дар мавриди голҳое ки мо ба самар расонем, инҷо мо шумо наворҳои ҳамин бузиро мушоҳида карда истодем, ки чӣ гуна вазъиятҳои хеле хуби голзанӣ ба миён меомаданд. Зарбаи Дилшод Саломов, Никрӯз Али Мамадов ба мо нишон дода мешаванд, баъдан як зарбаи дигаре, ки дар ниҳоят онро ба удур Хоҷаев тавонист бо гол анҷом медиҳад. Дар дақиқаи хуб мебинем ки 11-ум, дар дақиқаи 10-ум ва ба удур Хоҷаев ҳисоби рақобатро кушод. Қайзари Сардоров зарба зад, дарвозабон онро баргардон ва дар баргашт тӯб қарор дошт Баҳодур Хоҷаев. Фикр дорам агар мо қиёс кунем қисми аввали рақобат ва қисми дуввуми дидоро, инҷо гӯем ки агар дар мавриди бозигароне ки дар ҳар як мавқеъ бо ҳам боза мебарданд, яъне ман дар назар дорам маҳорату инфиродии ҳар як бозигар дар маҷмӯъ ҳамчун даста, шояд бозигарони Қирғизистон дар охир собит карданд ки айни замон ҳамчун даста онҳо метавонанд рақобати беҳтарро дошта бошанд, вале дар алоҳидагии ҳар як бозигари мо аз бозигарони Қирғиз фикр дорам беҳтар буданд. Да, конечно, наши игроки по позициям, я думаю, что сильнее, что доказали и голы. Например, Кумрун Алиев, который играет у нас сейчас за рубежом, очень хорошо убежал и реализовал свой момент. Конечно, у сборной Кыргызстана тоже были свои моменты, но на страже ворот у нас стоит один из лучших вратарей Азии, Фирузбек Муродов, который смог хорошо отстоять этот матч. К этим двум голам к нему претензий нет. Которые они пропустили в концовке. Не может весь матч отбивать и приносить удачу. Но удача где-то отвернулась от нас. Хуб, баъдан боз ба бозӣ бо Қирғизистон бармегардем ва айни замон Дӯстони Ажманд ҳамкори мо фарҳод Муҳсин дода ки ба макони баргузори мусобиқа расипор шудааст, ӯ омода мебошад то бо мо дар тамос шавад. Хуб, салом Фаррух ба шумо ва кӯли ҳамкорони техникӣ ки бо шумо дар шаҳри Бангкоки кишвари Таиланд қарор доранд. Суоли нахустине ки ба шумо медиҳем дар мавриди ҳамон бозӣ бар муқобили Қирғизистон аст. Хуб, чаро мо ғалабаро аз даст додем? Ду гол мо пешсар будем, яъне ҷамъи ду доштем. Мурбиён чӣ мегӯянд, бозигарон чӣ мегӯянд, рӯҳияи футболбозон чӣ гуна аст баъд аз ин рақобат? Марҳамат. Салом гуру, салом ба кули бинандагони телевизиони васлшавагар дар бораи бозӣ гузашта ҳарф занем, воқеан ам мунтахаби Тоҷикистон ӯн нафари панҷуме ки ба ҷои дарвозабон ба майдон баровард сармураббии натиҷаро мусовӣ намоянд. Барои тими мо ҳамагӣ 13 сония нарасид ки то дар ин рақобат ба пирӯзӣ даст ёбад, аммо гап сари дигар чиз меравад. Барои мунтахаби Тоҷикистон зарур буд он ҳолатҳои голзаниеро доштам, ҳадди аққал як ҳолати дигарро бо гол табдил медодам ва онҳо наметавонистанд ин ду голро ба дарвозаи мо ворид созанд. Аммо ҳама чиз ҳолатиеаз мо дар садри гурӯҳ қарор дорем ва бовар дорам ки дар рақобат ба муқобили мунтахаби ҷопон метавонем ва
نتیجه نظرش رو با دست آورده روی خش رو با مرحله بعدی هم ورد. سوزمای نیزمون ملی پوشان کنجه و منتخب جوان اخرین هم روی خش رو پیش از بازی برگزار نموده ایستادن و تمام حیات آماده است که در این رقابت روزی با دست برستن. روی منتخب تاجیکستان نیز در اون صحبتی که ما داشتیم قبل از رقابت مسئول قید نمودن که یکان چیز تغییر نیفته است و بچه ها همه آمودن، اذیت روحی روانی همه دسته آموده است، فوتبال بازی نیز یکان جراحت ندارن و فکر میکنم نتیجه رو میتوانیم در این رقابت شوید شویم. بله فاروخ تشکر، ما هم امید داریم که منتخب فوتزال ما در این بازی بسیار مهم میتواند نظرش را به دست آورد، چون این زمان ما واقعا حیات تلویی داریم که میتواند دستاوردهای خوبی داشته باشد. خوب فاروخ، آمادگی دسته ما برای این بازی مهمترین چگونه است؟ بازی تخدیرساز در گروه بر مقابل ژاپن که قهرمان فعلی مسابقه است. خب تمرین ها دیروز برگزار گردیدن، تمرین های پیش از بازی حیات منتخب پورا در این آمادگی دیدن و پس از تمرین ها نیست یک صحبت کوتاه با بازیگران برگزار شد که روبریت فدراسیای فوتبال تاجیکستان نیز در آنجا اشتراک داشتند و یک چیز رو باید قید نماییم که برای موفق شدن در قاره آسیا ضرور است که برای تیم ما که در برابر چهار دسته پرقوت از آن جمله قهرمان فعلی آسیا، منتخب ژاپن، منتخب ایران، تیم ملی فوتزال ازبکستان و تایلند چهار دسته پرقوت خورا به حساب میروند، حداقل توانند یکی از اینها را مغلوب سازند و امروز فرصت آن است که ملی پوشان تاجیک اثبات نمایند که از دسته های پرقوت آسیا کمی ندارند و منتخب ژاپن را مغلوب نموده و دور دیگر بگذارند و این مشکل نیست، زیرا ژاپن سال 2022 نیست. در برنامه دیگر که قید کردیم سه بازیگر اساسی از آن جمله یک فوتبال بازی برزیلی، اسپانی کاپیتان این تیم و یک بازیگر بهترین ژاپنی در حیات قرار ندارند و با ژاپن می شود بازی کرد و حتی می توانیم این تیم را شکست دهیم. بله فاروق، تشکر زیاد با شما برای کار، همچنین با کلی بازیگرانی که اونجا هستند برای کار خورن هستیم. بازم در برنامه نوبتی البته ما با شما در تماس خواهیم بود. خوب بینید که فاروق در مورد همون بازی که با قرقیزستان داشتیم شش رای کردند، یعنی امکانیت های خیلی زیاد گلزنی داشتیم که استفاده کرده نشدند. روزی да я согласен с вашим коллегой. Были моменты, где надо было уже использовать эти моменты. Если счет стал бы 3-0, я думаю, что наши игроки бы довели бы счет до победного игры. Да. Но, видите, все равно тренерский штаб тоже работает. И по ходу матча он начал хорошо объяснять своим игрокам, что нужно делать при таком результате. Бали. А хоб, хочешь мне кое-что сказать, может быть, Игар, Бузи, Бар, ну кого-то Кирдистон, да, может, не смогу дальше брать, да, ладно, суть была, что, албата, ба, туре дарвозему, дар, ухире дидор, задашнан, мо, умилоя соси, сар, додане, хамин, гулго, боя, да, ба, бинагон, бифанем. Дар, футзал, امکانیت است تا دروازه‌بان با بازی‌های همچون در نقش بازیگر پنجم، یعنی دروازه‌بان گرفته شود و یک نفر به میدان آید با استیلوی گیم فوتزالی پاور پلی می‌گویند. سوال چنین است، دسته ما آماده بود با پنج بازیگر میدانی در رقابت با قرقیزستان، چون که از احتمال دور نیست که بر مقابل کشور ژاپن هم همین طور شود، یعنی ما در حساب پیشرفت شویم و بعدا از بازیگر پنجم میدانی استفاده برند ژاپنی. Ну, я, по моему мнению, мы не были готовы к решению сборной Кыргызстана перейти на игру лишнего, так как неправильная расстановка сил на площадке была, и не были определены четыре игрока, которые будут защищаться при такой игре. Да, Дархар, Даста, Чур, Нафаре, Астан, Гаря, Дарвозабон, Чур, Нафаре, Астанки, Хамчун, Гэм, Чур, Гнайди, Фокорона, Байсомерован. Дар, Даста, Ему, Шуэт, Чун, Им, Найни, Замуна, Боша. Да, я не увидел этого, поэтому и говорю, что при расстановке были допущены ошибки. Бали. И не было видно, кто именно должен отвечать за тот или иную точку на площадке. Бале, ва... این رو شما از من بهتر میدانید، هنگامی که در برای سال اگر بازی های چمپیونات های اروپا رو به خاطر آوریم، چمپیونات های جهان، هنگامی که بازیگر پنجم به میدان می آید، اصلا
аз рӯи мушоҳидаҳо шумо менамоед ки як ду як мавқеъ мегиранд бозигарон агар панҷ нафар бар муқобили онҳо бозӣ карда истода бошанд бозигарони мо аз чӣ бошад ки як ду як бозӣ накарданд ё ман надидам я думаю что ну я же говорю они не были готовы к этому ну тренер штаб у сборной Кыргызстана очень опытный он посмотрел как наши расставлены на площадке и сделал выводы, взял тайм-аут, объяснил своим игрокам, кто где и как должен располагаться, да. И реализовать тот или иной момент, и где они успешно реализовали, к сожалению. Бали, мутасифона, до гола, дар охир зада шудан, ва бенеки голе, ки сезда соня мондан, то охири бози зада шуд, чегона галабае, ки мо дар даст дошем, он ро рао карда, мисава рахобат ду бардо шуд, ва акнон мо, то ноземе там гуф, маджбур хастем, ки галабае худро бар мунтхаби Ҷопон атман ба даст дорем, хуб, мусовием ба мо имконият медиад, вале бар сурат, агар аз Эрон дар дару намати гурезем, имконият бетарин барои рафтан ба чемпионат ҷаҳон хоҳад буд. Аз ин имконият дида бетар нахоҳад. Сегодня просто надо выйти и выиграть матч. А там дальше, я думаю, что все будет хорошо, потому что и психологически чуть-чуть игроки придут в хорошую норму. И я думаю, что против даже там уже против кого бы не играть, я думаю, наши будут уже уверены в себе и сыграют как надо. Хуба, шумо пеш аз оғози бозӣ як чизро ишора кардед ва ман аз он истифода карда акнун ин суолро ба шумо хоҳам дод. Воқеан бинед ки агар таҳлил кунем айни замон дар минтақаи мо дар дил худ дастаи футзал хуб мураббиёни хориҷӣ кор мекунанд алхусус аз бразилия ҳастанд аз испания ҳастанд дар узбекистон мутахассиси испанӣ кор мекунад дар қирғизистон ҳамчунин ҳатто арабистони саудиро ба хотир меорем ки онҷо ҳам мутахассис хориҷӣ аст собиқ сармураббии дастаи барселона яъне ман аз коре ки айни замон устоди мураббиён карда истоданд шахсан ман рӯзӣ ҳастам натиҷаҳои хубе ки дар чемпионати қаблӣ доштем ва дар ин чемпионат ам шояд бо натиҷаи хубро нишон бидем айни замон ҳеч чиз гуфта намешавад бар сурат ба назари шумо ҳамчун коршинос даъват кардани мутахассиси хориҷӣ байси самураббии асосии тими миллӣ айни замон лозим аст чун ҳамин ҳайате ки аст ин ҳайати тиллои аст ва бояд мо бо ин ба чемпионати ҷаҳон бароем я не боюсь сказать я последние 4 или 5 лет всегда говорил бале надо приглашать хорошего специалиста бале потому что наши игроки готовы к тому чтобы завоевать путевку на чемпионат мира бале наши игроки наш уровень игроков перерос уровень тренерского цеха нашего футзала. Но это не замон дар масштабе самураббиги астан. На данный момент так и есть. Бале. Вохенам ва агар мутахассисони хориҷӣ гӯем ки бо дид ва биниши байналмилалӣ даъват мегарданд албатта ин дастае ки айни замон хеле хуб тараққӣ кардааст ва ба як нуқтаи худ расидааст бозам метавонад рушд менамояд айни замон шахсан ман ҳамчун як мухлис агар баҳо бидиҳам мунтахаби футзали кишварро чун менамояд ки мо ба як марҳила омадем расидем ва дар ҳамон марҳила истодагӣ ҳастем на ақиб меравем на пеш меравем дар як ҷо истодагӣ ҳастем айни замон ва инро то андоза метавон камбудӣ гуфт конечно нам надо планку поднять а чтобы планку поднять нужно приглашать не просто зарубежного специалиста а очень хорошего уровня специалиста чтобы он дал игрокам то чего им на данный момент не хватает в таких матчах как против сборной Кыргызстана тренерский штаб сделал все что от него зависит сейчас например там в Кыргызстане все довольны то что они с нами ничью сыграли Бале. Поэтому я и говорю, что сборная Таджикистана на очень хорошем счету. Даже во всем мире все ее знают. Ва сати бозигаронро, сати дастаро метавон ҳатто бо он маълум кард ки барои Қирғизистон мусовие ки онро карданд ҳатто баробар ба ғалаба буд, наздик ба ғалаба. Барои мо бошад мусови, ин наздик ба бухт буд. Ва аз ин албатта сати дастаҳо то нозе муайян мегардад. Каме суҳбат дар бораи Ҷопон мекунем. Қаҳрамони феълӣ аст дастаи мазкур, вале айни замон он ҳайате ки соли 2022 буд, албатта метавон гуфт ки инҷо камбудиҳо дар мунтахаби Ҷопон ҳастанд ҳатто фарох ҳам ишора кард ки се бозигари асосӣ ишрок карда наметавонанд ва ин албатта ки бармуроди мо аст чӣ гуна имконият дорем ва ҳаминро бояд мо истифода бибарем бар муқобили Ҷопон кадом нуқтаҳои заифи Ҷопонро мо метавонем ба нафи худ истифода бибарем те матчи которые провела сборная Япония я посмотрел бале не надо ее бояться да она действующий чемпион Азии но она не показывает ту игру который соответствует чемпиону Азии. Бале. Интану айни замон як ном аст. Харамони. Да, просто это главное поменять в голове, выключить
все то, что это чемпион Азии. Выйти и сыграть свой лучший футзал, я думаю, что победа будет за нами. Бале. Мухаммад Амин Умедров, дорем, ташакур ба шумо ва достан аджман, бо шумо мо хайр хуш намекунем, чунки баъд аз бузии мунтахабои Тоҷикистон ва Ҷопон, бозан дар ҳамин студия мо атрофи бузии ки гузашт суҳбат хоҳем кард ва умеди онро дорем, ки албатта ин суҳбати мо бо ханда дар лабон оғоз хоҳад шуд, чун мо аз мунтахаби Тоҷикистон натиҷаи мусбатро дар ин бузӣ интизорем. Акнун суханро ба ҳамкорамон медиҳем, ки ин бузӣ барои шумо шарҳ хоҳад дод Иномиддин Ҳамадзод, ва баъд аз бузӣ мо бармегардем ба ҳамин студия.